2003 году, когда я закончила училище Олимпийского резерва, по просьбе старшего тренера Тишиной Натальи Борисовны, была направлена в город Кстово развивать художественную гимнастику. И 3 года мы были как кружком. Девочки занимались разного возраста в одно и то же время. По 2 часа в неделю, можно сказать. Вот. И затем, в 2006 году, нас пригласили вступить в спортивную школу под руководством директора Бойчука Ивана Юрьевича. Так судьба удачно сложилась, что в городе Кстово появилась секция художественной гимнастики. Со временем эта секция, наверное, логика событий такова и должна быть, что она стала отделением спортивной школы, и влилось в школу самое. У нас в отделении работает 4 тренера. Устова Анна, Исакова Татьяна, Козлова Юлия и Зинурова Ирина. Также 2 хореографа у нас есть, Черняева Ольга и Теренинова Светлана. За время существования нашей спортивной школы у нас уже есть очень весомый результат. Это 2 мастера спорта по художественной гимнастике. Также 15 девочек у нас уже на подходе для разрядов кандидатов в мастера спорта. И более 50 человек имеют массовые разряды. В этом году мы вступили в спортивный клуб «Феникс» и работаем по программе «Здоровая нация. Сильная Россия». Эта программа позволяет нам осуществлять набор и просмотр детей именно в детских садах. В следующем году будем не набирать детей, а отбирать уже именно в детских садах. Дорогие родители, мы хотим вам сказать большое спасибо за помощь в организации соревнований и тренировочного процесса. Без вас было бы очень сложно. Из этой связки тренера и родителя, больших достижений невозможно. К тому же, поскольку вид спорта очень молодой, прежде всего сознание родителей должно знать все же, на что они идут, что это большой труд, что это на самом деле жертва, которые на самом верхушке олимпийские медали. Во-первых, художественная гимнастика учит жизни, выносливости. Мне нравится выступать, это так захватывающе иногда бывает. Я вообще решила, что я буду поступать в Лобачевский на физкультуру и спорта и стану тренером. Моя цель в художественной гимнастике – быть тренером, как мой тренер Юлия Алексеевна. Художественная гимнастика, мне нравится, что у меня появились новые подруги. Мы с ними общаемся, нам весело очень, едем на соревнования. Я хочу закончить гимнастику, когда дойду до мастера. И буду суперской девочкой. Будет она звездой или чемпионкой мира? Это уже второй вопрос. Главное, что она будет хорошим ребенком. Она научится трудиться. Она найдет свою дорогу в жизни и никогда не сойдет с этого пути. Победа за нами, да, 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 победа за нами. Синим до невозможности и ясным горизонт, куда бы ты ни шел, пусть задает нам жизнь задачи разной сложности. Если держаться вместе, все будет хорошо. И невзирая на судьбы, вы крутасы, друзья навсегда с тобой. И все становится простым и ясным, когда миром правит любовь.